Буду говорить, рассказывать, почему, например, мне тайная песня пришла в голову, хорошо? Следующая песня называется «Город призрак». Она мне пришла, когда я задумалась о том, что очень много людей существующих, но очень мало живых. Все вы знаете, что такое внутренний ребенок, и мало людей, которые сохранили своего внутреннего ребенка на протяжении всей своей жизни. Ближе к микрофону сказали. Сохранить своего внутреннего ребенка на протяжении всей своей жизни и не давать ему возможность там совершать какие-то глупости, шалости, не переживая о том, что скажут люди. И общество таково, что мы своих внутренних детей задавливаем. Вот, собственно говоря, под таким вот философским напрягом пришла следующая песня. Танцевать для них веселые танцы.